Погорельцам рассмотрят возможность выдачи государственных сертификатов на восстановление жилья. Об этом заявил депутат Государственной Думы России от нашего края, зампредседателя комитета по обороне Юрий Швыдкин. На днях он побывал в Канском районе. На месте трагедии он оценил масштабы бедствия и оперативность работ по ликвидации ЧП. Пообщался с пострадавшими. Люди рассказали, что паспорта им восстановили быстро и бесплатно. А вот за оригинал свидетельства о рождении, регистрации брака и собственности на автотранспорт просят оплатить госпошлины. Этот вопрос Швыдкин обсудил на совещании с местными главами и руководителями ведомств. Ему пообещали проблему с выплатой госпошлин устранить. Со своей стороны депутат Госдумы намерен поднять вопрос по оказанию помощи жертвам трагедии на федеральном уровне. Для себя я лично вижу непосредственно возможность, значит, внесения инициативы по уделению финансовых средств из резервного фонда правительства Российской Федерации с целью выделения жилищных сертификатов. Побывал депутат Госдумы в школе, где учатся дети, чьи дома пострадали в результате крупного возгорания. На встрече со школьниками Юрий Швыдкин поддержал этих ребят, а также поздравил выпускников с их последним школьным звонком.